Сейчас прозвучит одна из, пожалуй, таких знаковых тем в истории джаза. Все ее прекрасно знают. Тема это «Take Five» Пола Дезмонда. И я хотела буквально два слова сказать об аранжировке, которая сейчас прозвучит. Дело в том, что один режиссер снимал фильм, главным героем, где была колдунья, лесная колдунья. И он меня попросил сочинить какую-то музыку на какую-нибудь известную джазовую тему, которая бы сопровождала эпизод, где эта колдунья сидит на поляне и варит свое варево и колдует. И вот мне почему-то пришла в голову именно тема Take Five. И, в общем, то, что вы сейчас услышите, на самом деле это музыка к фильму. To see how I'm alive. Stop your busy day, take the time out to see. Just take five. The moat out of my way, just so I go past by each day. Not a single word to say, it's a pantomime, not a play. Walk from me on today's, we are down the way of a better day. So far, better day, day. So polite, you can offer a light. Just a little conversation now is alright. Just take five, just take five, just take five. Just take five, just take five, just take five.
Наше первое деление закончено, но просьба не расходиться, потому что минут через 10 мы продолжим.